Виновники торжества сегодня одаривают улыбками для 32 выпускников 6-й гимназии. Сегодня звучит последний звонок. Еще, наверное, не осознаем этого. Когда будет выпускной, тогда, наверное, будут уже страхи. Большое спасибо хотелось бы сказать классному руководителю в первую очередь. Именно она нас воспитала и сделала такими, какими мы есть. Ну и вообще родителям, учителям, всех, кто нас учил. Ну, конечно же, самый запоминающий момент, когда мы собираемся всем классом на тех же соревнованиях, боролись, зная, что прийти к победе мы сможем, потому что мы дружны. Всего в Ивантеевке в этом году в плавание по волнам взрослой жизни отправится 241 выпускник. Более 600 учеников заканчивают 9 класс. Каждый год мы выпускаем детей, ребят наших. Тоже наших кровинушек, потому что представьте, сколько крови-то вы у нас повыпили. За 11 лет вы научились дружить, уважать, любить, сопереживать друг другу, принимать решения. Наверное, не только формировать свое мнение, но и отстаивать его. У вас впереди очень серьезные испытания. Кто-то называет их ЕГЭ, кто-то называет Бабой Ягой. Но я не сомневаюсь, что вы их выдержите и получите хорошие результаты. Я ЕГЭ боюсь не сдать. Я боюсь, что я не наберу нужное количество баллов и не поступлю в ВУЗ. А куда хочется? Я хочу в РГГУ поступить. Факультет гостиничное дело. Я поступаю в военную академию в Костроме, химическую защиту. В 6-й гимназии выпускается всего один класс. Трое 11-классников претендуют на получение медали за особые успехи в учении. В год кино праздник проходит под знаком кинематографа. Дамы и господа, сегодня мы представляем вашему вниманию анонс многосерийного фильма с просмотром заключительной серии «Выпускники тоже плачут». Было 1 сентября, твой первый школьный день. Что происходит на свете? Просто сентябрь. Просто сентябрь, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал, как скрипнули школьные двери, и прозвучит скоро первый твой школьный звонок. Что же со всем этим будет? А будет урок. Будет урок, что один всего? Нет, очень много. Ждет тебя школьная долгая очень дорога. Но не волнуйся, она ведь закончится в срок. Чем же это все закончится? Будет звонок. Снова звонок? Ну, конечно. Но только прощай. Годы промчатся, и звон пронесется в хрустале. И у тебя в жизни будет последний звонок. Возможность позвонить, школьный звонок в последний раз сегодня дарят каждому выпускнику. Все они допущены к итоговой аттестации. У нас особенность, особенно 11 класс, он у нас один. Мы его пестуем и любим, 1-11 А. Я горжусь очень. У меня все дети необыкновенно хороши, необыкновенно. Они красивые, взрослые стали взрослые, умные детишки, смелые. И, конечно, они знают, что они хотят от жизни. И мы надеемся, желаем им удачи, надеемся, что все у них в жизни получится. Сил было вложено много, но у меня девочка очень старательная, трудоголик настоящий, вот, она моя радость, моя гордость и, конечно, больше радости, потому что очень тяжело. 10-11 класс, именно нужно работать, работать и еще раз работать было. Ну, трогательно, конечно. Еле слезы сдерживаем. Такой маленький был, только вроде в школу пошел, все, уже вырос. Ну, вообще, у нас хороший мальчик, конечно, мы сильно с ним не намучились. Он сам по себе хороший. Первый государственный экзамен уже 27 мая. География и литература. 30 июня у выпускников ЕГЭ по русскому языку, а 2 и 6 июня по математике.
больше на уроки не придем. Блин. Кому нужно было все, Анатолий Михайлович, кому нужно было все в голову вложили. Да, теперь вот в вашем шарике ваша мечта. Мы за все спасибо от души давали, мы будем с вами.